Обнаружен кайдзу. Кодовое имя Остроголов. Категория 3. Вес... Янси, подъем! Движение в разломе! А ну, вставай! Нас вызывает. Ага. Доброе утро. Доброе утро. Кайдзю третьей категории. Самый здоровый. Кодовое имя Остроголов. Который час? 2. Ночью? Ага. Ну что, братец, пятая насечка на пояс? Поживее, бекеты! Пора на задание! Слышь, пацан. Да? Не борзей. Еще не так давно мы с братом Йенси и не мечтали стать героями. Куда уж нам? Доброе утро, сэр. Может, мы приоденемся и наберем ему зад точно? Мы не были ни выдающимися спортсменами, ни отличниками в школе. Но в драке мы могли за себя постоять. Оказалось, у нас есть уникальная способность. Мы дрифт совместимы. Можете надевать. Все подключено. Шлем подключен. Нейропроводящий гель заполняет схемы костюма. Как поживаешь, приятель? Как прошло свидание с Эллисом, мистер Чуэй? Ей все понравилось, а вот ее парни не очень. Кажется, кто-то огребет люлей. Настоящего мужика так просто не напугаешь, брат. Приступайте к стыковке. Приступаемся. Маршал Пентекост принял командование. Закрепить пилот капсулу, приготовиться к сбросу. Приступаем к сбросу. Бродяга к сбросу готов. Отлично. Поехали! Есть стыковка, сэр. Межпилотный протокол. Идет запад. Активирован протокол межпилотной связи. На месте, сэр. Говорит маршал Пентекост. Готовьтесь к нейросинхронизации. До начала 15 секунд. 14. 13. 12. 11. 10, готов залезть мне в голову, пацан? 9, только после 8, вас. 7, старикам надо уступать, забыл? Межпилотной связи активирован. Запуск нейросинхронизации. Дрифт. Технология егерей, созданная на базе системы нейроуправления истребителями. Через воспоминания разум двух пилотов сливается воедино с телом огромной машины. Чем прочнее связь, тем эффективнее сражаешься. Синхронизация завершена успешно. Калибровка правого полушария. Калибровка левого полушария. Подтверждение команды. Приказано держать оборону в миле от Анкориджа. Принято, сэр. Сэр, в заливе сейчас гражданское судно, мы... Вы защищаете город с 2-миллионным населением. Нельзя рисковать их жизнями ради какой-то лодки, вам ясно? Так точно, сэр. Черт, это жестоко. Знаешь, что я думаю? Я же в твоей голове. Конечно, знаю. Тогда порыбачим. Поехали! Поехали!